Через несколько секунд я выйду на сцену. Овации, свет прожекторов. Не в каждой профессии можно почувствовать себя звездой. Бывает, что не в лучшем расположении духа люди подходят к кассе. У каждого свои проблемы, заботы, переживания. Девушка, я высоты боюсь. Мне нужна нижняя полка. Кассир должен приложить максимум усилий, чтобы решить проблему пассажира, какой бы сложной она ни была. При возникновении конфликтной ситуации между пассажиром и кассиром пассажир может нажать на кнопку вежливости для записи разговора. Эта запись будет передана на сервер непосредственному руководителю билетных касс. В моей практике была такая история. Хор из Красноярска опаздывал на 23-й поезд в Одессу. 33 человека. Билеты остались в багаже в самолете. Ко мне обратился руководитель хора за помощью. Пришлось сделать все необходимое для того, чтобы они успели вовремя. После возвращения с конкурса я их встречала уже в автобусе. Хор пропел мне песню «Многое лето». Это самая лучшая награда для человека, который работает с людьми и старается сделать все, что необходимо сделать, даже в самой неразрешимой ситуации. Сегодня работать на железной дороге, на вокзале очень почетно и перспективно. Большая компания, которая быстро развивается, технические новшества на каждом шагу. Интересно, нет однообразия, есть возможность чему-то учиться постоянно. Главная задача человека – это, во-первых, самоусовершенствование, а во-вторых, очень важно – кроме себя усовершенствовать еще и пространство вокруг. Пространство вокзалов постоянно меняется в лучшую сторону. Конечно, техника не заменит людей, но она может очень сильно помочь и нам, и пассажирам. Очень много новшеств появляется. Например, сейчас прямо в кассе можно оформить кредит. Девушка, здравствуйте. Здравствуйте. В любое направление можно кредит оформить? Да. Мне в Калининград. А какие документы нужны? Проезд через Литовскую республику оформляется проездной документ по загранпаспорту при наличии пассажиров. А какие условия по выдаче кредита? В течение 56 дней без процентов. Но при оформлении проездного документа взимается 800 рублей за карту. Почему я стала кассиром? Если честно, колледж РЖД находился рядом с домом. И у меня друзья там учились. Решил туда. И нисколько не жалею. Это специальные курсы. Любой желающий может прийти, отучиться всего месяц и работать кассиром. Я приехала учиться из Твери. Хочу стать кассиром, потому что это очень хорошая заработная плата для нашего города, по крайней мере. Среди кассиров много людей с высшим образованием. Так случилось, что судьба привела на вокзал, и человек втянулся. Некоторые уходят в прошлую профессию, но потом возвращаются, потому что вне вокзала себя уже не представляют. Считаю, что быть кассиром – занятие благородное. И, кстати, не всем под силу. Но у меня получается. Я из семьи железнодорожников. С детства на железной дороге. Хочу построить свою карьеру здесь. Быть успешным, стать начальником вокзала и служить своему делу. Может, это звучит пафосно, но мечтать нужно о большем. Тем более, это большее вполне достижимо, если не лениться и работать на совесть. Нужно любить людей. Без этого работа кассиром невозможна. Эта любовь возвращается. Есть такое выражение: проживи этот день, как ты хочешь прожить жизнь. Я хочу прожить ее осмысленно, понимая, как мои поступки, мои действия меняют этот мир к лучшему. Каждый день десятки новых задач. И решая их, я понимаю, что помогаю другим, понимая, что этот день я прожил не зря. Потому что многие люди, несмотря на какие-то свои проблемы и заботы, улыбнулись мне в ответ.
потому что я смогла найти оптимальный вариант и помочь каждому из них. Это очень сильный стимул, чтобы любить эту работу, ценить ее и стараться выполнять ее с каждым днем все лучше и лучше.